Очередной улов янтаря в Рівненской области. Как заявили в областном управлении полиции, правоохранителям удалось найти и конфисковать более 110 килограммов необработанного камня. Стоимость изъятого – порядка 2 миллионов гривен. Подробности операции полиция, правда, не сообщает. Пресс-службе лишь указали, что обнаружить янтарь удалось в рамках расследования дела, открытого еще в начале апреля, когда задержали автомобиль с мешками солнечным камнем. И вот в конце мая нашли продавца.